Сегодня мы поговорим о таком приятном и полезном гаджете, как USB-нагреватель для кружки. Некоторые пользователи воскликнут «Зачем?», в то время как другие реально оценивают пользу этого устройства. Итак, USB-нагреватель – это простой USB-гаджет, представляющий собой подставку для кружки с напитком, которая нагревается до заданной температуры. Не стоит думать, что это устройство сможет обогревать помещение. Его мощности не хватит на эти цели. Оно способно только подогреть ваш напиток. USB-нагреватели абсолютно безопасны. О них нельзя обжечься, и подогревать напиток можно даже в бумажном стаканчике. На что стоит сразу обратить внимание? Интерфейс не меньше USB 2.0, так как все еще встречаются гаджеты с интерфейсом 1.1, что может стать неприятным сюрпризом, поскольку приятные гаджеты должны упрощать вашу жизнь, а не наоборот. Кстати, питаться он может как от USB-порта, так и от обычной сети. USB-нагреватель способен нагреваться до 70 градусов и сохранять тепло напитка в кружке до 50 градусов. Но при этом стоит помнить о том, что кружка должна быть из тонкого материала, желательно из железа, так как его теплопроводность гораздо выше, чем у других. Хотя и остынет такая чашка быстрее, поэтому ее нужно постоянно держать на нагревателе. Дно кружки должно быть плоским. Это способствует быстрому нагреванию и безопасности на вашем рабочем столе. Поскольку кружка не входит в комплект нагревателя, то ее дно должно быть меньше по диаметру, чем платформа устройства. Большим плюсом можно назвать удобство использования. Этот гаджет всегда под рукой, когда вы за компьютером. Нагреватель не занимает много пространства, чуть больше, чем непосредственно кружка. Приятным дополнением к нагревателю является USB-хаб. То есть, помимо самого нагревателя, вы получаете несколько дополнительных USB-портов. Причем работают они все отлично, несмотря на свою дополнительность. Также можно встретить модели с часами и будильником. Часы работают от батарейки, то есть независимо от работы компьютера. Учитывая то, что USB-нагреватели зачастую имеют хороший дизайн, это уже три девайса в одном. Среди моделей можно заметить не только стильные металлические подставки, но и забавные. Например, мешочек или контейнер, в который помещается кружка. А вместе с вами экономил время благодаря современным гаджетам Виталик Малиновский. До встречи!